На северо-востоке Индии несколько деревень оказались отрезанными от внешнего мира из-за того, что оползень разрушил единственную дорогу. Инцидент произошел в штате Манипур, недалеко от его столицы Импхал. Обрушился 100-метровый участок трассы Импхал-Джирибам. Произошло это после сильного ливня. Власти говорят, что всему виной незаконная добыча полезных ископаемых, которая ведется в этом районе. Это случилось главным образом из-за незаконной добычи. У нелегальных шахтеров все вышло из-под контроля. Они просто наложили камней, выкопанных на обочине, и в результате было повреждено 100 метров дороги и удерживающая стена. Поврежденная трасса для Манипура была спасательным кругом. Теперь штат лишился пути снабжения. По обе стороны оползня застряло около 200 автомобилей с товарами первой необходимости. Дорога и так была в плохом состоянии, а этот оползень разрушил ее окончательно. Мы здесь со вчерашнего утра. Вчера у нас еще была еда, но сегодня уже нет. Посмотрим, сможем ли достать. Дорожные службы пытаются восстановить поврежденный участок для движения транспорта, расчищают завалы и прорубают новую дорогу в горе. Местные власти тем временем предупреждают об опасности схода новых оползней в Индии в самом разгаре сезон дождей.